С самого утра у входа на станцию метро «Исторический музей» со стороны Рымарской устанавливают памятник Ивану Сирко. В украинской истории это уроженец Харьковщины, личность легендарная. Ему даже приписывают мистические способности таинственных казаков-характерников. Его как огня боялись и турки, и татары, а из всех сражений он выходил победителем. Идея установить памятник прославленному атаману возникла еще в 2010-м, но процесс сильно затянулся. Да и с местом расположения монумента тоже долго не могли определиться. Там на стрелке ставить, потом вот этот островок возле лестницы, там думали, ну вот это последнее место, тут вроде бы был вал Харьковской крепости, и вот на валу стоит харьковский полковник, в то время еще Иван Сирко. Сама скульптура атамана чуть более 5 метров в высоту, отлита из бронзы, а постамент почти 2, выполнен из гранита. По задумке автора, рядом с ним будет стоять боевая пушка времен Запорожской сечи, а в правой руке казацкий воевода держит первый герб Харькова. Поскольку обошелся памятник, Ридный предпочитает не озвучивать. Уверяет, мол, привлекались деньги спонсоров и филантропов. Большинство харьковчан тоже поддерживает инициативу популяризации выдающихся культурных и военных деятелей из украинской истории. История есть история. А когда она, история на его посмотреть, допустим, вот Сирко, так, там бы сказали, допустим, Сирко, да, ну, а так, вот, как я проходил такой мимо, да, посмотреть, как он себя, допустим, как, в книге одно нарисовано, на натуре другое такое, так, это очень, очень положительно. Абсолютно позитивно, потому что, как-никак, это украинская история, люди должны знать героев Украины. Поэтому я только за. Более того, многие убеждены, что памятник станет еще одной достопримечательностью Харькова. С датой торжественного открытия 7-метрового монумента чиновники еще не определились. Известно, что произойдет это в праздничные дни. Либо к Дню города, который харьковчане отмечают 23 числа, либо ко Дню независимости 24 августа. Верен Мода, Евгений Шинкаренко, агентство телевидения «Новости».